Всем привет, ребят! Очередной роллинг на Колю. Аккаунт моего подписчика Романа, который находится... Или не находится они в какой гильдии. Ник АПФБД, не знаю, что он означает. Так, вот такой вот донатный аккаунт. Донатный, 40 тысяч самов. Минотавр по-любому уже есть, а то и не один. Так, смотрим героев сначала. Ну, Валька, конечно, на таком донате уже должна быть с ремочкой. Так, не, ну, бля. Это просто называется просрал талант. Не знаю, зачем он это сделал. Каменная кожа, отлично. Херня, полная стойкость. Анубис, согласен. Афина топовая. Тыкву, если это бог войны был, ладно, если поставил. Бред полный. Так, Ара. Нормально, нормально. Фрея надо талант. Стрелок надо талант. Судя по всему, аккаунт новичок еще. Так, Рину так. Минотавр супер. Дракоша. Гаргул лучше баст. Малышник с грубой. В принципе, неплохо. Так, ну тут дальше идет печалька, причем полная. Так, что нам вообще надо, кто нам нужен, даже не знаю, сейчас посмотрим. А нужен нам Асура. В принципе, так у него все вроде как есть. Не вижу только Бигфута. Рину вижу. Бигфута я что-то не вижу. Может, еще кто-то нужен будет. Ронин. Ронина тоже нет. Ладно. Смотрим, что он вообще прошел. Но вряд ли он что-то нормальное прошел. Хотя нет. Смотрите, кошмарки шестые начал. А Джей? Да, сила нормальная. Ну, с такими героями грех. Грех не пройти что-то. Таким вот одним анубисами на Китае отрешивал. Ладно, поехали. Ловить этого самого героя. Так, первый у нас есть. Варлок. Бульдозер Химера. Бигфут. Ну чё? Ну чё, пацаны? Выбили недостающего? Я не посмотрел, может, у него там что-то есть. Так. Но я беги не вижу. Супер. Начало очень-очень неплохое уже у нас. Давайте посмотрим, что у него тут вообще делается. Еще одна железная воля. Это он, походу, забирал пак большой с базара, где продавали железную. Ну, есть беги. Отличненько, поехали дальше. Вангую, что нам сейчас не упадет. Слизняки на 40к, нам херня упадет. Но уже 3 упало или 4. 5. А может и нет. А может и да. Сноузила. Кенди. Рино. Вот-вот оно пошло. Седна. Одержимый. Паладин. Валентина, ёбаный в рот. Это было жестко. Это было реально жестко. Такой трешечок подряд. Так. Что он скажет нам по поводу... По поводу Седны. Очень это интересно посмотреть. Есть она у него, нету. Пока не вижу. Да, еще один недостающий герой.
Ладненько, поехали дальше. Супер. Нормально, так мы в ритм вошли, да? Фейка, есть пятая коробочка у нас уже наконец-то. Рыцарь. Да, такой аккаунт. Гаргул, студеный. Душек, студеный. Ну вы знаете, блин, нападало прилично. Уже прилично нападало. Пиздец. О, знаю, кто будет очень и очень расстроен. Каждый раз, когда выпадает Анубис. Поехали дальше, чтобы не мулить глаза. Так. Атлант. Ведьма. Ну, вот так вот эктоплазмами закончили. Так. Ну, что у нас тут интересного получилось? Анубис, Рино, Афина не наша. Получилось у нас Седна. Бигфут недостающий. Блин, ну неплохо. На такой силе такие герои уже. Огонь просто. Не дособирали, видите? Немножко нам не хватило. Сейчас мы это исправим. Так, поехали сюда. Да, неплохо, неплохо. Мне понравился этот аккаунт. Рандомчик удивил, короче. Забираем коробку. Трахтибдох. Поехали дальше. Кенди. Рыцарь. Нам надо два эктоплазма всего. Два. И нам сейчас ни хрена может не упасть. Один. Одержимый. Ну, упади. Не упадет, сука. Я же говорил, не упадет. Так, собрать 14. Сейчас откроем акции. Экран, как обычно, не переключил. Ну и пофиг. Все равно ничего интересного не упало. Это для вас будет загадка, что нам там упало. А ни хрена толкового не упало. Так, поехали. Это был, ребята, это был ход конем читерский. Все, что было, вам неизвестно будет. Так, поехали. Надо еще один слизнячок. Там просто два Анубиса еще упало. Чтобы кто-то не расстраивался, я решил это не показывать. Так, 600. 150. Ух, блин. И так шел уже пятый или шестой час роллингов. Я уже замахался, хочу уже на свой аккаунт наконец-то зайти и просто спокойно поролить. Посмотреть, через сколько мне Асура упадет. Так, отлично. Идем сюда. Тут, конечно, все херня. Так,
Жесть. Ну чё, ребята, последняя попытка, Леди Лео. Леди Лео. Фея Тыква. И ни хрена нам не упал последний этот. Ладно, сейчас еще этот попробуем. Не упадет, значит не упадет. Значит, такая судьба. Я не буду. Аккаунт, в принципе, донатный. Для него это не особо там. Мы ему выбили неплохих героев. Так. Тут там очень много людей ждет, поэтому я не успеваю. Все, остался без базара. Что это делается? Как же быть? Нанять. 2, 3, 4, 5. Не судьба, походу. Идем в сундук еще заберем. В принципе, сейчас еще ладно, ради интереса попробуем в счастливое число зайти. Сейчас еще попытки не пришли. Идем в счастливое число. Но это будет самый... Так, смотрим. Ордена. Кристаллы. Да, самики даже ему не дают. Сто пятьдесят и 300. Ну чё, раз, два, три. Да ладно, все равно добью, я ж не такой западлист. О, так, главное успеть до всех добраться. Думаю, за 4 с хреном мы его хотя бы выбьем, или это будет как трэш. На одном из есть выбили, еще одержимого выбили. На одном из аккаунтов подписчика там тоже был полный трэш, я добивал. Так, забрали, отлично, отличненько. Ну, я думаю, этот коллекционер многим понравился. Так, сменить. 2, 3, 4, 5. Бог войны. Вот это оно, Вася. Так. Так. Так, так, так. Вариант Фрея. Фрея, либо Басты поставить. Так, минус. Повелителю нахрен не надо. Фрей, в принципе, можно на первое время тыкнуть. Варлок. Ладно, он сам подумает, пусть повисит у него на смене. Не буду трогать этот талантик. Не хочу особо заморачиваться, сам определиться уже. Ну, я бы Фрей, наверное, поставил. Больше там таких особо вариантов нет. Бастион. Все как обычно. Ничего не меняется на всех аккаунтах. Видите, рандом. Один огнекрыл. Просто огонь. 5к кулаков. Вот так вот. Подгончик еще неплохой. Десяточка будет. Идем еще сюда добьем. Фух. Запарился я уже. Не, не сюда. Это я не буду. Сундук. Сундук и бежим дальше. Раз, два,
три, четыре, пять. Ах, не крыл, пять осколков. Ни хрена себе. Вот так вот даже. Вот тяна. Все. Побежал я дальше, похрен на те уже акции. Пишите комменты, подписывайтесь обязательно. Это был, я думаю, тоже неплохой топовый роллинг. Всем удачи, всем пока. Я побежал.